В Петербург с официальным визитом прибыл президент Сербии Томислав Николич. В рамках трехдневной программы глава государства посетил Российскую национальную библиотеку, где прошла торжественная церемония передачи в дар Сербии факсимиле листа Мирослава Евангелия. Недостающую страницу номер 166 древнейшего памятника сербской письменности главе государства вручил генеральный директор библиотеки Александр Висли. Но это точно так же, как и оригинал, это ручная работа, там, соответственно, ручная работа наших современных художников. Прежде чем появиться в фондах Российской национальной библиотеки, лист прошел долгий путь. Создан в конце XII века по заказу сербского князя Мирослава, он оказался в Афонском монастыре Хиландар. Сегодня ценная рукопись внесена ЮНЕСКО в реестр «Память мира». Мы в Сербии долго думали, как восполнить этот недостаток и как сделать, чтобы недостающая страница оказалась у нас. Над этим проектом вы работали практически 6 месяцев. И могу сказать, что таким образом мы укомплектовали рукопись. Я думаю, что в этой сфере мы будем развивать сотрудничество. Многие задаются вопросом, как столько духовных книг могло оказаться в России, особенно в Петербурге. Но отмечу, что таким образом они были спасены от уничтожения. По словам президента Сербии, с этого дня лист будет храниться в Народном музее. После торжественной церемонии, специально для почетного гостя, сотрудники библиотеки провели небольшую экскурсию по выставке сербских рукописных книг. Анастасия Голубничья, Илья Водревич, интернет-телевидение «Город плюс».